Так. А Макс, ну и больше. И что он там, я говорю, заполировать он может. Это он говорит, там. Все, поем. Не, там чуть-чуть такие. Там, у меня сильно, а у него чуть-чуть. Совсем. И то он куда смотрел, какие зеркала, я бы... Ну, Степан. С этой, получается. Степан. С левой стороны стоял, чтобы машину не задел. Да, он мог бы выехать, просто да. Там, короче, смотри. Степан. Уже Степан, это тебе. Ангухи, короче, и Сарента, а это Елисей его. Стояла. Сейчас, надо. Хозяин собаки. По Скаточной улице, да. Он говорит, ну... Убрать, говорит, мешает, но он говорит, не там, а не эта машина, да. И вот так, короче, я-то смотрю, вот я говорю, Макс, не выруливай, сильно не выруливай. Он сильно к трубе, короче, брал. Я говорю, прямо руль сделай и на меня давай, на меня. И все, а он сильно уже сделал, и, короче, там миллиметры, и эти как начали галдеть, анде, короче. А я смотрю, тут до машины еще есть, ну, место. А, без седла. То есть, можно? Если бы он руль прямо сделал, чуть проехал и вырулил бы уже, да, потом уже. И, может быть, и прошел. Спустя 4 недели. Ой, ну, да, я же не про эти проблемы, я про то, что он не, ну, то, что он поцарапал там. Ну, я бы тоже расстроилась, новую машину поцарапать из-за кого-то. Не, вот эти геморрой, конечно, нахер. Короче, не слушайте этого. Все, здесь закончики готовы. Люблю. Теперь вот здесь. Я готовец. Это прямо в ангаре. Здрасте. Здрасте. Нет, мне нужен Нелки. Тебе надо будет только улыбаться. Лицо агро. А потом лицо агро было. Немец. Лицо агро. Она там будет. Ну. Он тоже не сможет. Реально, ему лицо надо просто вопросы согласен. О, да. Это же их право. Да. Да ё-моё. Ну им проще, да, вы сейчас говорите, легче это. Сучки бабули, того и того, чем убивать бедных собак. Да блин, я не хочу, чтобы они были родными. Чак, Келли простилась с тобой. Она думала, что ты погиб. И сейчас нужны косточки. Киси. Были похороны, гроб и надгробие. Все как положено. Ты сказал гроб? Чепура. А что внутри? Ну, каждый что-то положил. Кто-то сотовый телефон, пипер, фотографии. Я теперь нужно вместо села вот это. Значит, ты меня похоронил. Привязать. А потом ты похоронил свою Мэри. Привязать. Тук-тук-тук-тук. Стэн, мне жаль, что меня не было рядом, когда Мэри умерла. Я должен был быть рядом, но я не мог. Сидеть. Мне очень жаль. Четыре года назад. Наша компания потеряла пятерых своих сыновей. Это был кошмарный, трагический день. Сидеть. Во-о-о! Ну, наконец-то, блин. Они все так уселись, и они будут сидеть в будке. Вот. Так. Ой. Не сюда. А, вот сюда. Степан, нет, а... Бабочи-дурака. Елисей, нет, это Чебурак. Потом лимончика сделаю, я помню вся. Ну, угу. Стоп. А что здесь написано? Ай, комментариев нет. Да ну нафиг.
Вот это бабочка, рак рядом с ребенком. Ну что ж, я сильно это чебурак. Попозже настало. У вас первый за год выходной. Да не поеду я, жду важного звонка, у тебя там небось связь не ловит. МТС ловит. Не упускаю возможности. Самое время подключиться к МТС и получить еще больше возможностей с новыми тарифами и подпиской МТС. А, все. И надо сейчас за лимончиком. Да ёпки, красоты. И доступ к сервисам онлайн кинотеатру, книгам и музыке. Хватит моих впечатлений. Я случайно, ребят. Меня, пожалуй, не хватит. Сливушка-мясонка. Нежная колбаска. Мясо в ней и сливки. Я сейчас починю, не бойтесь. Вкус и улыбки. В Мун. Большая распродажа. Диван, кровати, матрасы со скидками до 70%. Во! Стало с первого раза. Мебель номер один в России. Каша. Поменьше химии. Таблетки от кашля. Ренивал. О! Красотища. Ё-моё, сколько собак имеет. Чем стародури угощают? Сученки по-баварски. О, тоненький, смотри, как их делают. Сочные мясо выдерживаем со специй. Сочинки там и в печи с тыком. А вот как я их готов. Варю, надрезаю и подаю соус. Какая же вкуснота. Это не все наши сочинки. А лимончик. Стародворье по-настоящему вкусно. Мамы, которые мелкие и здоровые своих детей, оценят туалетную лимончик. Бумагу по Био Нейчеру. Все, с собаками покончено. Все, сидите у себя в будке. Тоже работает ее. Условная фамилия Трио Нейчерал с экстрактом органического бамбука. Здравый смысл подскажет точно. Бери фамилия и точка. Урал Сибина знает, что перспективы там, где преодолевают. Там, где трудятся. Так, стоп. Ё-мо, здесь было. Перспективы есть. А с банком Урал Сибина они становятся реальностью. Урал Сибина, перспективы там. Видео и Эльдорадо любимые и эксклюзивные бренды со скидками до 30%. Например, QLED телевизор Haier с диагональю 55 дюймов за 49 999. Видео и Эльдорадо. Спортмастер плюс рыбалка. Покупайте товары для рыбалки. О, у меня получилось полететь. Стоп. На онлайн заказ. Спортмастер. Гарантия подлинности товара. Повисли. Надо. Капец, много. Занимательно. Украденное. Ты проиграл, все мое! Деньги помогают. И украсть украденное. Украденное. Кстати, а что здесь? Я помню, здесь был троллинг. Вместе с Катей. Ограбление. А что сейчас здесь? Я что-то не помню. 17.50 на киноканале Синема. А вода одна. Мама говорит уже, давай выходите, у вас звук эти губы уже фиолетовые. Синие. Да. А мы все равно там еще труп купили, значит, нормально. Я, наверное, что-то перепутал. Так самое важное, мы туда приехали про самолеты, начали. Вы, вероятно, меня не помните. Нет, я лечил вам зубы около 5 лет назад. А вас направил ко мне Джимс Колтон. Мы сидим спокойно. Короче, да. И надо мной, блин, истребитель. Истребитель, короче, просто мужик. Я слышу. Короче. Прям, здесь да, появляются зомби, прям вообще капец. А это плохо, вот, да, потому что сейчас появится, блин. 8, да, их 2, да. 2 отдельно, да, все-таки? Да. Я и считал, ну что-то не то, блин, не сходится. Как они могли встретиться? Знаете, все это 8 тяжело. Я один вот так, все, вроде бы улетели, и один прям низко-низко. Аж вода вот так. Гелия. Я мог как будто висеть, на самом деле это просто я поднимаюсь по лестнице. Сначала она потеряла вас. Так, короче, так все обернулось. Я голову поднимаю. У них, по-моему, была маленькая панда. Я вот так смотрю, он низко прям. Мама смотрит на. Может дать ей немного времени. Мы как вот такая пандочка, ну, у нас у них обычная панда, обычная. У них это была. Орала, и вот я обычная. Вот так вот орала. Так там волны специально же делают. Под мостом гоняют эти. Катера. У них еще была коричневая панда.
коричневый. Они меняют там, делают волны. И волны такие не маленькие. На спине как газ не скажешь. Ну а тогда я, короче, я даже переворачивался с кругом. Ладно, ребята, вечеринка окончена. Пора по домам, по домам. А где мы теперь? Я тоже. Я тоже. Я жду тебя завтра. Мама меня сливой чокнул. Бека, нам надо поговорить. Коричневая. До встречи. Так. Нормально. До свидания. О, я не знаю, как кого зовут, но я знаю, что одного зовут Анатолий. Ой. Она болеет, но и поэтому ее надо встретить. Если что понадобится, сразу же дай мне знать. Утром увидимся, а ты проснись. Завтра будет трудный день. Мне перерисовали сердечко воскресить. И вернуть тебя. Инь-янь. Пока. Анатолий. Дружище, мы вернем тебя к жизни завтра. Плавкарей. Одно из двух. Ну, мне кажется, это плавкарей. Конечно, плавкарей. Не ань. Не ань там. Плавкарей. И? А у них круг, и вот так вот половина. Но они, у них последний все равно не будет. Танец или танец. Я точно знаю, вот этот пилотаж называется танец. Когда они вот так вот. Тихо летели. Очень тихо летели. И вот так. Они морду поднимают специально. Наши летят. Наши. Так. Они вот так почти 90. Ой, короче, спать. 90. И они вот так делают. Это танец называется. Кстати, может, печки что-то есть? А вот это я видела живьём. Это Антошка. А если за... Сейчас. Если бы на парады ходила, вот ты бы видела. Представляешь, вот это вот всё серебристое. Фигул вот этот. Это когда они это... Интро включают. Так, ты... А ты? Паровозник уже сходил. Там у меня чуть-чуть есть в этом статусе. Смотрел. Ой. И я вот так, ну короче, туда приехали. Ну, и уехали по второму. Я их 6 звал. Я. Это на воде, чтобы вон не там. Сюда прибыли. Так. Да? Сможете подождать? Стоп. 10 минут. Этот торговец здесь? И... Ой, стоит. Сырян. Ой, торговля. Печень продать? Что за фигня? Я не спала. Как он это продавал? Я видела, когда ехала такси. Заходи, не мокнет. Дай живодёрка. И что? Я хочу, чтобы всё было одинаково, как у Эдисона. Я видел тебя. Анатолий и... Спасибо, говорит, за подмышку. Ребенок Анатолия. Машцо. А здесь... Меня не воняет. Честно. Михаил. Я разве полотенце? Стой! Какашка, стой! Нет, нельзя! Стой, какашка! Они спят. Михаил! Привязать. Хочешь, я расскажу тебе кофе? Все, пытка. Тон-трон-т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 он. Ладно, пытка закончена. И аккуратненько приземляемся. Мне как-то ему. Хороший дом. Да, и кредит был. Сюда иди. Там где волк, 20 минут. Еще раз сюда, отсюда уйдешь? Нет, нельзя! Фу! Как зовут дочку? Фу! Кэти. Лизать. Кэт. Позвони Тоне, пусть он сделает. Ты продай свой телефон, компьютер продал уже? Она красивая. Суши, не продай казали. Компьютер, телефон. А зачем ему звонить? Вот это вот
ты ж там сказал. Что я сказал? Сейчас же ничего не делал? Нет. Ну, я не знаю, как кого зовут. Просто он там был. Где-то. Надо кое-что прояснить. Ой. Мне надо, чтобы он квартиру в порядок привел, он может ехать. Ну, а так зачем, блин, тебе? У нас что, новая футбольная команда в Нэшвилле? Ой. И... Боже мой, сейчас. Сначала они были в Хьюстоне, команда называлась «Нефтяники», а теперь они «Титаны». Были «Нефтяники», а теперь «Титаны». Да. Но это еще не все. Они играли в финале. О. Как я пропустил это? Они почти выиграли. А то иначе они пропадут. Один матч в самом конце матча. Господи, я знаю, ты любишь сливки, но у меня только обезжиренное молоко. Так, Михаил. Ничего, я не знаю, но ты сказала, отвечай. Ребенок Михаила. Нет, ты отвечай, ты же сказал, баба Михаила. Это же твои проблемы. Ну ладно, что ты наехал? А как твоя диссертация? Так. Ты не доктор, Кэрри Фрирс, слово знаешь? Когда твой самолет разбился? Это не наши. Так, теперь вернулся. Где? Отвечай. Мужик сказал, мужик отрезал. А это не важно, это уже другие дети. Создать кота. Буду, значит буду. Я бы хотел вернуть это. Какие ответы вообще? Боже. Значит, в следующем неделе будет двойная сумма. Они не работают. Я не знаю, кто здесь. Я взял фотографию себе. Она вся выцвела. Мне просто вопрос. Не важно, где твоя? Там она я тебе их подарил. Ты вот эти бабки это поставь, которые ты отвечал. Она должна оставаться в семье. Ты сказал? Вот ты сказал будут, значит, они должны быть. Да чё они все маленькие? Ну, значит, будет две. Реально, а чё все маленькие? Я собирала это с момента катастрофы. Ё-моё, мне нужна Милка. Сначала делаем... Причина аварии так не... Делаем Мил... Возможно, из-за самого сгорания каких-то... Милка! Ладно, Милка. Ушла. Вот здесь тебя подобрал карман. Семьи! Ты проплыл по течению 500 миль. А вот здесь был твой остров. В 600 милях к югу знаю, от островов Кука. Мужик же как, он же сказал слово. А вот это ладно, зона поиска. Тебя очень долго искали. Да? А остальные? Так. А остальные? Не надо было садиться в самолет. Да? Не надо было выходить из машины. Ну если вы, судя по твоим словам, добро. Я тебе скажу, что мужчина, пойдем. Ты же мужчина. Мне нужен серенький котик. Ты же мужчина. Мужчина сказал, мужчина сделал. Это ведь наша машина. Это не новое. Это не новое. Ты сохранил ее. Это просто. Это... Невероятно. Все новое, хорошо забыто старое. Мужчина рожден, просто сказал и сделал. Он отвечает, он должен отвечать. С ней много связано. Столько хороших мужчин. Что ты это? Да, Мексиканский залив. Смотри. Можно прокатиться? Либо репутацию теряешь, либо следующую неделю. Две оплаты. Хорошо, а то такси уехало. Да если бы у бабушки был бы там что-то, то она была бы дедушкой. Так. Я должна кое-что выдать. И батончик и ва... А, ой, я не ту взяла. Нет! Мы, стой! Мы тебя простили. Нет человека, нет проблем, вот и все. Я не знаю. Сейчас трудно сказать. Нет человека, нет проблем. А стой.
Ну нет человека, все, ну ладно. Правда, стой. Списали. Хотя можно было бы, наверное, спросить своих родственников. И что теперь? А, я хочу его просто перекрасить. Не знаю. Да господи. А ты что? Правда. Улицу охлаждаешь, понимаешь? Они скорее его охлаждают. Да. Ты говорил, что вернешься. Так, Женя, охлаждаюсь. Ну, давай, короче, а ты чего это? Можешь пройти? Мне очень жаль. Мне тоже. Или он тебе нужен? Ты ж сам сказал, дождись, мама поедет обратно. Так ему проще будет, просто, а так ему будет быстрее. Так ему будет быстрее, Женя. Тебе не надо? Ты сам говорил, что у тебя работа напрягает. Тебя здесь будет напрягать, погода. Потому здесь надо работать. О, все. Здрасте. Здесь работа надо. Ух. Он с первого раза приручился. Так он еще завтра подал на дверь. Уйди. Так, теперь все кошки, которые сейчас ушли отсюда, их довольно, ну, мало их вообще, в принципе. Выбежало, по-моему, всего лишь три вот эти. И вилка номер один, на который я не уследила. Ага. Все. И надо их назвать как-то. Я ведь знала, что ты жив, я знала. Но все говорили, что не осталось никакой надежды. Я люблю тебя. Милка. Милка, а это... Кто будет? Батончик. Иван. Сейчас посплю. Гарантия того, Китай это не гарантия того, что ты пройдешь границу. Ой, врезалась. Еще будут его спрашивать, короче, средства. Если у него средства. А где средства? Ему с собой надо будет вести хотя бы тысячу. Сколько вы вас не смотрите? Чак. Милка. Милка. Серенький мой котенок. Тебе надо домой. Виза у него есть. Не, ну если он ему подтверждает, что шо? Проще. Просто надо все равно постраховаться по всему. Ну, где они докапываются. Обратный билет. Обратный билет. Бронь. Ну, когда заезжает на курицу. Да, у нас есть, короче, Бронь обязательно. Я говорю, просто три критерии, которые они нашли на пути. Короче, не больше стало. Так. Во. Кель все понимала. Для тебя. Ей пришлось смириться с тем, что меня больше нет. Я тоже был уверен, что потерял ее. Так как никогда не выберусь оттуда.
Я считал, что... Чем тратить на это? Умру там. По-моему? Здесь были свинки, я вспомнила. Единственное, что... Ой, шашлик. Шашлик, шашлычок, шашлычечек. Я не готов, я просто немножко втачно со скилами. Я сплел веревку. А кто здесь? Вот, смотрите, я поднялся. А, здесь корова. Накачанные тёлки. Ну, в смысле, когда силикон. Я решил опробовать ее. Ты меня знаешь. Но сук не выдержал. Сломался. И я понял, что ничего не выйдет. Я даже не мог убить себя так, как хотел. Это было тоже не в моей власти. Что про остальное? Тренинговую икону надо приду искать, это дорого. И вдруг мне стало удивительно легко и спокойно. Не, ну это дороговато, просто прокрышь, короче, посмотри, как все. Тогда... На Авито есть... Ё-ё-ё-ё-ё. Может, что-то можно самим сделать. Она же очень должна продолжаться. Как называется? Несмотря... Оптимизировать это все. На то, что у меня... не оставалось надежды. Помнишь, как бабка у нас, соседка, старшая? Я сознавал, что вряд ли когда-нибудь вернусь домой. Там мы только заехали на Красноречье. Воняло я страшно так же, воняет так же, как вот у нас, вот соседки. Залепляла я, помнишь, этот... Я жил дальше. Выключатель. Продолжал дышать. Выключатель. Ты там не был? И вот однажды, в один прекрасный день, все изменилось. Прекрасно. Прилив. Время, дал когда шанс. Я хочу будет, ну там съезди, посмотри. Это ваш интерес, вам тоже это надо. И вот я дома. Вернулся. Ты хотя бы просто посмотри, что там. Мы вместе. Разговаривай. Может, там с бабушкой съесть, посмотришь, если прям уж вообще не что там можно сделать. Будь там моими глазами и ушами, моими глазами. С бабушкой, маме, потом будут там вот это все. Но я опять потерял Кирилл. Сам, ну, проявили инициативу. Воняет, понятно. Маску одели, просто проверили. Что можно сделать? Мне ужасно тяжело. Открыть окна, проветрить, пусть проветрить. Мотыга нужна. Я благодарен ей за это. Живых надо бояться, покойников не надо. Купи это, три банки белизны дешевой, вот этой литровой. И позаливай. Я знаю, что мне теперь делать. А что это в стену? Я буду жить дальше. Так, потому что завтра будет новый день. Мотыга. Кто знает, что... Очень вода. Колокольчик. Короче, не рост, я не делаю. Ну серьезно, просто снизить. Ну вот сегодня 9 дней уже, как сегодня можно делать. Это ваши интересы, ваши. Это вам надо, это ваши интересы. Так, нужно... Ну что тут? Ведро. Нужна... Нет, точнее, мне нужна... Ключи, давай тебе и скажи, что я буду заниматься сам. Не потому что мы тебе сказали, а скажи, я буду этим заниматься. И вот так вот я решил, у меня время есть. Я тебе про другое. Да, бабушке скажи, что я буду, что бабушка уже там. Вышли доход посчитала. Бабушке отлегло. Бесплатное обслуживание карты Тинькофф Блэк и Мотор. Чтобы она тоже там не думала, как вот там бедная Лариска, там все, вот она далеко, и я еще не знаю. Не так, просто скажи, ну поможи, потому что по-взрослому. Скажи, что вот я буду идти. Не продажи, а вот все подготовки к продаже, скажи, я буду путешествий. Получите кэшбэк до 10%. Яндекс путешествия, бронирование отелей.
покупайте нас в Бирмингема, тот самый детский конструктор. Это главное. Ага. Потому что не надо, это все, блин, там знаешь, сколько сейчас это стимул. Закажи себе карту Тинькофф и получи бесплатные минуты навсегда. Тинькофф, он такой один. А где сыр? А где я? Ой. Бабушку. Да. А потом, блин, все кругом остаются виноваты. Не надо. Печатайте, печатайте. Нет, конечно, бабушка хорошо помогает. Ну, разделите. Просто не надо. Бля, пусть занимается дачей, пусть ездит, отдыхает, там, сидает, там, сразу там. Лучше в санатории, пусть лучше отдыхает. Жизнь живет, да? Сами, скажи сами себе. Ну и, конечно, снимай. Ну, вот этот ответ, когда человек задает вопрос. Чтобы не было вот этого претензий на кухне, там, чтобы потом разговор. Прямо сейчас. Вот. Это такая просьба. Просто сам по этому делу, я дальше больше, а вы уже сами. На канале «Снима». Идеальная команда для идеального преступления. И потом, да, ну, наверное, ну, я так думаю. Чем быстрее вот это все продажи уйдет, тем быстрее все это закончится. Надо быстрее всю уборку сделать, все это сделать. Мы сейчас ждем, вот, зарплату ждем. Зарплата моя придет, начнется. У меня только 10 августа. Этот мальчик, вы нужны ему. Восстановить мир на земле. Все, двинемся с места и пусть оно... быстрее продастся, и она задолбала это. Это у нее такое, вот знаешь, это вот как вот. Под одной крышей. Правый даешь, левый забираешь. Вот такая вот квартира. Что сделали? Думали, какая-то халява будет, да ни хрена. Мне время. Столько там всего. Туда заплати, туда заплати, туда заплати. Я маму, сколько я маму туда? Сколько можно денег туда вкладывать? Это отдай, это, потом еще там долги были. В смысле мы за это уже, блин, разговаривали? Опять долги какие-то, опять долги какие-то, в смысле? Все когда-то что-то, когда-то что-то вернется. Ни хрена ничего не вернулось. Сколько вложили вот это вот вообще. Было бы выгодно, но я думаю, что мы остальные бы залезли уже давно, тут там бы без нас вышли. Это такой, блин, геморрой, короче, сложился. Поэтому надо избавиться и все. Эта посылка спасла мне жизнь. Спасибо. Чакнула. Вы не знаете просто, сколько он туда вложил. Поэтому надо уже все. Ну где-то умер, ладно, умер, все, умер. Царство на небесное. Квартиру тоже продать, там, что, вот эти деньги раскидать не надо. Мне не нужны халявы. Все поровну, вот так вот, ну, честно, все вот так вот разойдется и все. Меня бы свое вернуть, все. Поэтому надо ее дома выставить. Вы потерялись? Максимально. Нет. Ну, максимально сделать так, чтобы меньше заплатить за уборку, если может хотя бы окна открыть, пусть открывают. Я как раз собирался это решить. Ну, а что? Что мы можем сделать? Они, мне кажется, и так решить, как мы решим через розетки, там, через щели. Да. Поэтому все окна открыть, оно быстрее все проверит. Попадете в Техас, Аризону и Калифорнию. В первую очередь, я думаю, надо всю мебель выбить. А если поедете туда, вас ждет скучный пейзаж до самой Канады.
Это же проще. Ясно. Там что, много мебели? Ну ладно. Так, конечно, много. Все старые мебели. Стенки, ну да, какой. Одни, там, диван. Я видела, там много.